представляю компанию Carbavel. Мы поставляем сварочные материалы для наплавки стеллита. Мы поставляем материалы для наплавки карбида вольфрама. Также очень большую линейку материалов для ремонта обслуживания оборудования. Это сварка чугуна, сварка силумина, сварка дюрали, сварка меди, медных сплавов. Это материалы для наплавки, защита от износа. Это материалы при сильном абразивном износе. Также различные материалы для сварки силумин. Это электроды. Мы единственный производитель электродов по силумину в Европе. В принципе, мы обеспечиваем многие другие предприятия, такие как и САП, это как Фастальпины. Вот, точно так же и у них какие-то вещи потребляем. Много материалов мы поставляем именно ремонтного назначения на территорию Российской Федерации. Наши клиенты – это крупные организации, но больше всего мы получаем отзывов и тепла это от частных лиц. То есть это люди, которые работают в гаражах, которые сталкиваются с серьезными действительно проблемами. Это корпуса двигателей, чугунные, это станки, это станины, непосредственно рамы автомобильные. Вот. Также очень много работ выполняем на крупных организациях по добыче полезных ископаемых. Угля, алмазов, золота, там, где большие машины, там, где белазы, необходимо обода сварить. То есть к нам обращаются тогда, когда уже, грубо говоря, прилетела жопа. Она прилетела, так села, и все думают, о, кому бы обратиться, и обращаются к нам. В этой области мы, конечно, лучше всех, и мы поможем и технически, мы можем обучить и инженерный состав, сварщика, механика, инженера. Мы также можем внедрить новые технологии ремонта, порошковые проволоки те же самые. Мы можем разработать технологию под какую-то сложную задачу, под нестандартную или такую, которая еще не была в России. То есть мы можем прямо с нуля все сделать и предоставить организации.